Итак, всем привет! С вами Лорд Прайм, командир клана Рейнс. И, как видите, в данный момент мы тут катаем укрепчики. Вот, и, скажем так, против нас топовый клан. У нас тут жесть, 5% на побед. Ну, естественно, там пацаны видно, что все скиллованные, клан скилл, все в курсе, что за клан. Ну, как говорится, пускай мы не прям сильные статисты, но тоже не пальцем первым. Так что стата, еще раз, как всегда, люблю я говорить, не всегда показатель, то есть стата. То есть главное, чтобы игроки знали, как на той или иной технике играть, танковать там. Вот, естественно, хороший средний урон иметь, чтобы наносить. И, скажем так, мозги полевика. Все остальное, короче, это дело техники. Вот, скажем так, у нас уже летит, он вся четверочка облегченная. Уже светят, просто жестко светят. Ну ничего, наши 55%, точнее, ничего страшного. План никогда не сдается, тем более, вчера парни землю взяли, вот, на карте Энск. Так что, это как бы... говорится, не проблема, скилл, не скилл, пофигу какой клан, топ 50, главное не сдаваться с холодной головой, понимать, что происходит на миникарте, куда ехать, прикрывать друг друга, ну и т.д. и т.п. скажем так. В общем, пока у нас такая деф, хотя деф не сильно люблю, в основном это такая проигрышная техника. Скажем так, есть кое-какие карты, на которых деф просто охренительно. Ну, здесь, скажем так, он у нас довольно неплохо пошел. Вот, ждем, в принципе, атаку. Когда на нас там будут уже сводиться, стрелять, атаковать. Ну, а мы, естественно, скажем так, будем встречать. То есть, естественно, у нас на карте расположены враги. Вот, в этом квадрате. Если сюда пойдут, от этих получат. Все равно, в общем, продвигаться им нету смысла. С двух сторон будут долбить и все. Скажем так. Так, борщик у нас на топовой пушечке. Став 46 ру. Уже крутится, вертится. Уже не знает, кому всандалить. Короче, там на 700. Аккуратненько выкатывается. Выкатывается. Нету ни хрена никого. А руки то чешутся. Топовый клан, как говорится, нагнуть. Вот. Так, в общем, понимаю, что вот первые пацанчики пошли. Просто ошибка. И проезжают сюда, сбоку получают от этих. Плюс здесь встречают. Просто, ну, хрень. Какой-то непонятный. Так, как видите, есть арташлюха. В общем, это естественно. Множество разделились танков. Вот, группа, пришлось некоторой группе отделиться, конечно, чтобы забрать вот этих. Вот. Эти, конечно, ни хрена не едут. Так, у нас минус 50-100. Ну, ничего страшного. 1-1 счет. У них тоже там минус 90. Итак, я вам скажу, ни хрена себе прилетело, блин. Т-34 прилетело. Ну ничего страшного, счет выравнивается. 2-2. И так как вы видите, 50-100 там уже походу на КД спетлял. Осталась только толпа на толпу. Ну пацаны походу вообще решили там непонятно пофармить или с помощью 50 этого ФЦМчика по ДПМчику поработать там, скажем так, против троечек. Ну как бы это вообще не вариант. Вот. В общем, вот так вот, короче, лучше видно. О, вот так борщик, ну. Так, ФЦМ-ка заныкалась. Ну, не надо забывать про арту. В общем, короче, наши стоят жестко. И все третье, хорошо. Не то, что просто кучей. Друг другу не мешают, не подпирают. Все четенько, красивенько. Все танкуют за угла. Итак, все, пацаны, поехали. По троечке пошли на шестерок. Итак, тут уже нападают. Ага, трое тоже. ВЗХ 132 отстреливается. Счет 3-2 в нашу пользу.
И так урон, конечно, не прошел по ФЦМу от борща. Гусля только ФЦМ влетает. Фуловый ФЦМ. Блин, началась канитель. Итак, 90-ик шотный. Ну, ВЗХ, ВЗХ, ВЗХ забирает, просто забирает. Борща просто разводит. Не получилось забрать шота, так как в первую очередь шота надо забрать. ФЦМа прокачиваем мастер тарана. Естественно, нахрен таранит борща. Ну что же у нас происходит? 6-4 счет. То есть, пацаны, стата видно 59, 60, короче, 63. Ну, типа, короче, мы статисты, похуисты, нам на вас всех... Типа, мы ложили, нам похрен. Но только как же так происходит, что счет-то 6-5. Вот, в общем, борщак убили. Остается шотная ФЦМ-ка 94 хп. Все, она исчезла. Исчезла просто. Телепортировалась, я бы сказал. Итак, артиллерия что-то там ни хрена непонятно. Пытается ехать на тяже и уничтожить. Это тот клан. Это охренеть. Позор, позор скиллам, короче, который нагнул клан Рейнс. Вот, арты нету, никого нету. Осталось 50-100, который еще в начале боя здесь там что-то выехал, там поплевал своей косой пушкой, короче. И в конце боя... здравствуй, тетя Клава, где мой чепчик? Вот и я, короче, приехал. Скажем так. То есть бросил команду и уехал нахрен, хрен знает куда. Это вам 5% на победу. Вот. Топовый клан скилл. Непонятный какой-то, блин, скилл у них, короче. Скажем так. Ну, мы, в общем, в погоне. В погоне за 50-100. Вот. Кого же убили? Где он? 50-100. Ну, в принципе, каждый как-то отыграл. Вот здесь. В общем, в принципе, 50-100 зашатали. Естественно, один танк остался. Как вы видите, со счетом 10-6. В общем, скиллы проиграли. Клан Рейнс не статисты, но парни тоже такие, скажем так, с головой и с руками. Так что, всем спасибо, кому понравилось, подписываемся на канал. С вами был Арт Прайм. Командир клана Рейнс. Всем удачных нагибов, всем пока.